не страшно вам ездить на нем, Николай Иванович? Не район сейчас развалится? Ни в коем случае, уважаемая Клавдия Васильевна. Как говорили в одном фильме, если с машиной правильно обращаться, она до 100 лет может сохраниться. А моей-то всего лишь 80. Не поможете? А что надо делать-то? А вы присаживайтесь за руль. Прошу. Мы с вами на ней еще в Америку съездим. Полно врать-то, так уж и в Америку. У вас вообще-то машина, а не пароход. А вы, Клавдия Васильевна, ставьте свою очаровательную ножку на правую педальку. Но жмите только по моей команде. Угу. Ставлю. Николай Иванович, а что вам сегодня сготовить? Может, калиток с картошкой? Или с крупой ячневой на простоквашке, а? Отвори потихоньку калитку. Нет, Николай Иванович, калитки – это пирожки такие. Так, жмите. Жму. У вас все чрезвычайно вкусно, Клавдия Васильевна. Хватит? Хватит? Ага. Не знаю даже, как жить без вас буду. Наверное, помру с голоду. Шутите, Николай Иванович? Ни в коем случае. Зоенька, здравствуй. Привет. Спасибо, Зоя. Мы очень любим эту красивую страну. Приезжайте к нам еще. Зо-зо-зо. Замучили меня эти китайцы. Здравствуйте, Николай Иванович. Здравствуйте, Зоечка Семеновна. Они с утра все бегом, бегом. Вышли, сфоткались в автобус. А еще им Ярославль нужно. Зоенька, там, кажется, Лидия Петровна приехала. Как? Зачем? А почему она мне не позвонила? Да кто ж ее знает? Господи. Ну, я пошла на рынок. Буду скучать без вас, любезная Клавдия Васильевна. Ты чего? Стой, кому сказал? Зойка, дай пятихатку, похмелиться надо, да? Вить, достань ты от меня, Христа ради, уже, а? Ах ты, стерва, а? Иди проспись. Поучу тебя маленько и просплюсь. Что? Брось, да что ж ты делаешь-то, гаденыш? Я сам. Хорош, муж, прошу. Витя! Башку тебе снесу. Вы что? Тихо, гусар. Вы что делаете? Вы задушите, отпустите. Пусти. Илюсюш, иди уже, ладно? Иди. Иди. Встретимся еще. А вот этого не советую. Простите его, он непутевый, он. Вы даже не представляете, как я рада вас видеть. Проходите, Лидия Петровна, проходите. Вот только что же вы не предупредили? Я бы от экскурсии отказалась. Ой, да я, милая моя, в Сокольниче заезжать не собиралась, просто мимо ехала. Мимо ехали? Ну, так и прекрасно. Давайте, я положу. Да, благодарю. Ой, а у меня кое-что для вас есть. А? Смотрите, какая красота. Посмотрите, такую в Москве не сыщешь. Да, да. Тонкая какая работа, да? Ага. А коврик мой готов? Коврик? Господи, боже мой, конечно, готов. Только он у портнихи, она тут недалеко живет. Могу сбегать. Да, голубушка, будьте любезны. Хорошо, я мигом. Угу. А вы пока смотрите, может быть, вам еще что-нибудь глянется. Ага. Oh!
Спасибо. Хемингуэй, ты куда? Назад! Хватит шуметь. Фу, фу, Хэм. Молодец. Чем обязан, молодой человек? Илья Сергеевич, мне бы экзамен, ну, хотя бы троечку. Можно даже с минусом, у меня вот. Маркин, Маркин, вы за мной уже второй месяц ходите. Вам не надоело? Нонсенс. Хэм, за мной. Не тратьте время, ни свое, ни мое. Илья Сергеевич, меня же отчислят. Оформляете академку, учите теорию вероятности и приходите летом. Ну, Илья Сергеевич, ну я уже индивидуальный допуск взял. Нонсенс. Для чего нужен критерий Кохрена? Критерий... Чё? Что и требовалось доказать. Хэм, лапы вытирай. Летом, Маркин, летом. Домой. Гуляю я с тобой, не волнуйся. Я же сказал. Что это? Откуда ты его вытащил? Хэм, я тебя спрашиваю. Сколько ты у меня уже живешь? Ну, мог бы за это время выучить русский язык. Ненародный промысел. Вчера произошло событие, которое потрясло всех жителей нашего района. В местном магазине «Народные промыслы» была найдена убитой Лидия Маслова. Госпожа Маслова хорошо известна в Сокольничьем как меценат и благотворитель, много сделавшая для нашего села. По подозрению в этом преступлении задержан Виктор Никитин, бывший муж владельца магазина. По рассказам соседей, Никитин часто проявлял агрессию, вел себя неадекватно, был замечен в хулиганских выходках. Неоднократно его задерживали в лавке Гороховых при попытке кражи алкоголя. Преступнику уже предъявлено обвинение, но, несмотря на неопровержимые улики, он отрицает свою причастность к убийству. И что все это значит? Нонсенс. Привет. Опять яичница? Опять. Ноль фантазии. Жениться вам надо, Илья Сергеевич? Не надо. Нам вдвоем с Хэмом хорошо. Профессор, вы меня пугаете. Кстати, покажись, мрачный тип. Разговаривать с дамой за кадром – дурной тон. Привет. Конверт видел? Вот этот? Угу. Я его утром под дверь сунула. Олег Павлович просит тебя помочь. Кто такой Олег Павлович? Олег Павлович – это… Галя? Галь? Остроумно. Ты меня заикой сделаешь. Соскучился? Нет. А ты чего молчишь? Не смей его ругать. Мы с ним договорились. Да, Хэм? Предатель. Как сюда вошла? Дверь надо закрывать. Пришла тебе божьи готовить, пока ты от язвы не загнулся на своих полуфабрикатах. Яичница, кирдык.
Олег Павлович – это директор Дома творчества в Сокольничьем. Места там супер. Помнишь, я отдыхала в прошлом году? Не помню. Вкусно. Спасибо. Я ему рассказала, что ты наш Пуаро и гениально разгадываешь всякие задачки. В общем, он попросил уломать тебя приехать туда. Они с этой теткой дружили, теперь он хочет знать, кто ее убил. Ну, тут написано – некий Виктор Никитин. А Олег Павлович считает, что это не так. Короче, он сам тебе все при встрече расскажет. Не поеду я никуда. Ну, Илюш, ну ради любимой сестры, а? Галь, я в этом семестре специально все лекции отдал. Мне учебник по матанализу надо заканчивать. Закончишь в Сокольничьем? Там вдохновение, оно прям по пятам бегает. А с Хэмом кто гулять будет? Я. Эрнест Миллер Хемингуэй, ты будешь со мной гулять? Не будет. Он предпочитает мужскую компанию. Ой. В общем, Олег Павлович очень хороший человек, и я ему уже обещала. К тому же это не бескорыстно. Подробности в конверте. Съел? Коллаборационист. Ого, ничего себе. А я тебе о чем? Сделаешь на свой учебник супер-пресупер обложку. Сокольничьи авиалинии. Ага. Кстати, я займу. А? Угу. А почему самолетом? Это что, так далеко? Нет, Ярославская область. Просто поезда туда не ходят, а дороги весной такие, что только на танке можно доехать. На танке? Нонсенс. Я еще ничего не решил. Чего глядишь? Вот скажи, вот на кой ляд Петровичу ее было душить, а? Да пьяненькой был, никто ж не спорит. Ну, бегал с топором за Зойкой. Ему ж на похмелку надо было. Гошка, он милиционер наш. Его же не как пущего в отделение-то притащил. А в милиции там уж так теперь выкручивают, что не за тетеху эту Петрович хотел задушить, а Зойку, мол, обознался вроде как. Какую за тетеху? Убитую. Лидию Петровну. Там богатая была, видная. Директором, само собой, там дела имела. С каким директором? Так с Палычем. О, кабы не он, пропало бы наше Сокольничье. Тут в 90-х все загнулось. Так вот, они вдвоем с Лидией Петровной-то, благодетельницей нашей, и церковь поправили, и музей восстановили. Вон, аэроплан этот запустили. А главное, творчество в чувство привели. А как? Чье творчество? Так пансионат. Пагуть, а ты что, не туда, что ли, летишь? А, туда, туда. Ну так, в советское время-то и писатели, киношники все живали. А потом все это кончилось. Ремонт уж лет 30 не было. Кто поедет? Вот, никто и не ездил. А теперь вот опять отбоя нету. А как Петрович обознаться мог? Убитая что, на эту Зою похожа? Скажешь тоже. У Лид Петровны на каждом пальце по бриллианту было. И машина с шофером. А Зойка баба простая. Стёганка на ней Зойкина была. Вот, Петрович-то и обманулся. Я ничего не понимаю. Какая стёганка? Чего не понимаю-то? Куртка такая, модная, стёганая. Понимаешь? Угу. У Зойки, у нее свой магазин. Там скатерти, там вышивки, ну, билиберда всякая бабская. А покойница модницей была, страсть как любила прикупить что-нибудь. А Зойка и рада. Обороты-то у нее копеечные, а миллионщица не скупилась. Так вот, в тот день она чего-то там у Зойки попросила. А Зойка сказала, здесь нету, у соседки есть, сейчас сбегаю. И побежала. Ну, Лидия, значит, одна в магазине и осталась. Надела.
так говоришь? Модницей была. А стёганка у Зойки знатная. Ее мастер делал, Василий Игнатьевич. Золотые руки. Не мог Витька Лидию удушить, не мог. Хоть у него пьяненького ейный платок и нашли, не мог. Ну почему не мог? Вполне логично. Тем более у него вещь убитая оказалась. Вот скороспелые вы какие-то. Не знаю я, откуда вы этот у него платок. Только Петрович в жизни камня в собаку не кинул, а уж на человека подавно руку б не поднял. Непутевый он, но не убийца. Как долетела, Алёнка? Устала? Ну, пойдем, пойдем, папа. А ты у нас по какой части? Артистом или, не знаю, писатель какой? Я, пожалуй, писать. О, а что писать собираешься? Роман там или поэму какую? Ну, пока не знаю, хорошо поэму. Вот дело. Тут у нас всем нравится. Кто по художественной части, так говорят, вдохновение тут больно легко приходит. А в смысле материальном, Клавкину стряпню вместе с тарелкой съешь и не заметишь. Вы же творчески-то прожорливые. А особенно, когда после этого дела-то. Я верно говорю? Да, что верно, то верно. И директор у нас, мужик, что надо. А вы с ним лично знакомы, с Олег Пал? Илья Сергеевич Субботин? Да. Олег Павлович за вами машинку прислал. Прошу за мной. Места у нас чудесные. Лес, река рядышком. А воздух какой. Вам обязательно понравится. Потом только к нам ездить будете. У нас так не бывает, чтобы на один раз. Здесь и от суеты отвлечетесь, и поработаете. Вы же работать приехали, да? Ну да, в некотором смысле. У нас многие так делают. Вот фильм недавно вышел. Про инопланетян не видели? Нет. Так режиссер Артобалевский со сценаристом у нас целый месяц жили, представляете? Все писали, писали, целыми днями напролет. Нонсенс. Что? Так не бывает, чтобы режиссер со сценаристом работали целыми днями. Так даже они водку пили. По ночам? Не без этого, когда муза не шла. Впрочем, вы и сами, небось, все знаете. Вы же писатель. Я? Инженер, так сказать, человеческих душ. Ну, да. Нам Олег Палыч все рассказал. Постояльцев сейчас немного, мешать вам не будут. Да и люди-то у нас все приятные. Да, люди приятные, а человека убили. Что вы говорите? Олег Палыч у себя. Мне бы с ним переговорить. Ой, как раз нету, уехал. Велел встречать вас как дорогого гостя, а сам уехал. Ужин вам в номер доставят. Вот ключ. Это люкс на втором этаже. На нем написано Николай Романов. Романов? Еще и Николай. Хорошего отдыха. Спасибо. Как в дурдоме. Тихо, тихо, Ванечка. Скоро прилетим, не бойся. Тихо. Тихо. Гулять пойдем. Покормлю тебя. Морковку дам. Будешь морковку?
Я вот и говорю. Убить-то убили, а посадили-то безвинно обвиноваченного. Все знают, Петрович ни при чем. Какой Петрович? Витька. Муж Зойкин. Ну, бывший. В разводе они. Она. Газетка у тебя. Там все русским по белому написано. Чтоб подозреваемого задержали. А какой он подозреваемый, ежели не виноват? А раз Петрович не виноватый, значит, другой кто-то виноватый. Не могла же она самоудушиться. Хотя кто вас столичных знает-то? Идите ко мне. Я вас жду. Илья Сергеевич. Илья Сергеевич, простите. Ужин в номер. Доброе утро, Илья Сергеевич. Доброе утро. Как спалось? Чудесно. Олег Павлович приехал. К сожалению, нет, но звонил. Сказал, что будет после полудня. Проходите завтракать. Туда. Спасибо. Сфотай меня. Покажи, что получилось. Так. Нормально, кажись. Зашквар. Мне не нравится, Ванечка, давай еще раз. Давай, улыбочку. Присаживайтесь на любое свободное место, я сейчас все принесу. Спасибо. Доброе утро. Морнинг. Блин, теперь получилось? Доброе. Супер. Не, давай еще разок. Какая лучше, та или эта? Вторая. А мне эта больше нравится. Ну, если нравится, выкладывай эту. Тебе что, все равно? Ну что ты, солнышко, они обе клевые. Передайте шеф-повару, что ужин был великолепен. Обязательно передам. Клавдия Васильевна будет очень рада. Чай, кофе? Кофе с молоком, без сахара. Хорошо. Прикинь, фотки спрячу, всего 20 лайков. Это потому, что у тебя купальник закрыт. Дурак. Приятного аппетита. На редкость идиотское выражение. Субботин Илья. Вы кто? Простите, в каком смысле кто? Ваш кофе. С молоком и без сахара. Благодарю. Пожалуйста. Вот именно. Всем нужен смысл. А вам не хватает мозгов, чтобы понять одну простую вещь, что смысла нет. Есть только бессмыслица. Еще кофе? Нормального налейте, а не холодных помоев. А у нас всегда вкусно. Да-да, я знаю. И мне кофе можно? Да, конечно, Матвей Александрович. Ванечка, смотри, Лерка с Никасом. Только сейчас фото выложили, я лайкнула. Молодец. А где это они? Я забыл. А я тоже забыла. Где-то в Африке. Ты постишь? Ага. Чего вы так на эту жратву любуетесь? Художник, что ли? Натюрморты пишете? Нет, натюрмортов я не пишу. Друзья, я очень рада, что у нас с вами появился еще один гость. Здравствуйте. Надеюсь, вам у нас понравится. Нет-нет, сидите, приятного аппетита. Так, а я напоминаю, что у нас с вами сегодня пешеходная экскурсия с посещением выставки музыкальных феноменов в Крылечском музее. Я жду вас у входа. О, Лилька, давай в музей. Сейчас. Ставь чашку сюда. Нет, Ливия. Возьми тарелку с салатом. Наклони голову и улыбнись. Супер. Будет инстафото. Матвей Александрович, ваш кофе.
Пошли в музей. Сейчас, погоди, дай один поездик лайкну. Давай, 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 вставай, пойдем. Сейчас. Пошли, пошли, пошли. А что там? Сказали, какие-то музыкальные феномены. Надо будет запутать и пост выложить. Возьмем тебе тромбон, будь в него дуть. А вы что, не пойдете феномены изучать? Нет, неохота. Всем неохота. Но все пойдут. А знаете почему? Почему? Потому что притворяются. Ну, типа Зою Семёновну жалеют. У него в магазине кого-то пришили, и у нее бедненькой страшный стресс. А Зоя Семёновна это кто? Ну, та, которая зазывала. Экскурсоводши местные. Есть экскурсии? Есть, баблишка. Нет экскурсий. Обломись. Ясно. Злитесь? На меня все злятся. Вы меня скоро возненавидите. Даже не надейтесь. Ванечка, я красивая? Самая красивая. Давай сфотаемся. И вот так. Вы выиграли. Наша поэтесса вынашивает планы мести. А она поэтесса? Говорит, что да. Кстати, я Екатерина. Можно просто Катя? Илья? Больше никак нельзя. Ну что, все в сборе? Вот это очень хорошо. А что читаете? Дамский детектив. Вам не понравится. Господа, минуточку внимания. Дорогая Зоя Семеновна, позвольте от имени по поручению коллектива поздравить вас с прошедшим днем рождения. Будьте богаты и здоровы до 100 лет. Господи, ну зачем? Так неожиданно. Спасибо большое. Это вы спасибо Клавдии Васильевне скажите. С днем рождения, Зоенька. Это она ваш секрет выдала. Спасибо. А это та самая знаменитая повариха Клавдия? Да, она. Готовит великолепно. Ну что ж, друзья, прошу за мной. Так себе, давай еще. Поздравляю. Поздравляем вас. Я проведу вас по старым улочкам Сокольничьего. И вы увидите Русь почти забытую. Купеческую. Село наше было не просто знаменитым. Слава о нем неслась по всей России, матушке. Не только потому, что здесь выращивали знаменитые сокольничьи огурцы. Лилечка, а ты умеешь выращивать огурцы? Не умею их есть. Вид огурцы, помнишь, в китайском ресторане? Я забыла, как он называется? Вкусно было, аж изделие. Ой, простите. У вас водички не будет с собой? Я из ресторана не догадался взять. Увы, нет. Наши огурцы подавались к царскому столу. И за 1000 верст на подводах отправляли вниз в Астрахань, наверх в Кострому. Правда, в Костроме тоже огурчики неплохие, но это, как говорится, на вкус и цвет. Все фломастеры разные. А вот посмотрите, наш знаменитый кирпичный завод. Здесь, на берегу реки, в первой трети 19 века, подрядчик Самсон Крапивин основал небольшой кирпичный заводик. Он был очень удачно расположен, глина была хорошего качества, и дело у Крапивина пошло. Его продукция оказалась востребованной. Ой, не могу он больше. Он получил привилегию от самого государя. Стал поставлять кирпичи. Болеет парень. Похоже, вчера злоупотребил. Я помню, тоже однажды так набрался, думал, утром помру. Помнишь, Лилечка? Да ну тебя, хорошо мне мама тогда до дома довезла, возилась бы с тобой. Николай Иванович. Илья Сергеевич. Очень приятно. Взаимно. А после революции завод национализировали. И кануло бы имя Самсона Крапивина в лету, но вся продукция у него была именной. И даже сейчас, в Москве или в Петербурге, в старинных домах вы можете встретить кирпичи с нашими клеймами. А теперь, друзья, прошу пожаловать в музей. Билет берем? Нет-нет, цена билета входит в стоимость экскурсии. Ванечка, ты сфотишь меня с шарманкой? Конечно. Где же Матвей Александрович? Фото. Не волнуйтесь, Зоечка Семен, он пошел немножко погулять. Как погулять? Проходите. Thank you.
мне этой фигни щелкнемся? Давай. Сори. Спасибо, Зоечка Семеновна. Было очень познавательно. На здоровье. Напоминаю, завтра мы идем на колокольню Воскресенской церкви. Да, удивительно, насколько по-другому жили люди. А прошло-то всего ничего времени. 100 лет, однако. Скучно жили. Во всей деревне 3 улицы. Лилечка, ты бы согласилась всю жизнь гулять по 3 улицам под звуки шарманки? Я бы в Париж уехала. В Париж всегда можно уехать. В Париж можно уехать. Не всегда. Что вы сказали? Екатерина, если желаете, могу вас фотографировать на фоне кирпичного завода подрядчика Крапивина. Илья, вы пойдете фотографироваться? Нет, благодарю, я пас. А я, пожалуй, пойду. Угу. Прошу. Зоя Семеновна, прошу прощения, я вас провожу. Вы что-то хотели спросить? Ну, и да, и нет. Хорошо у вас здесь с Сокольничем. Достопримечательностей много. Музей очень хороший. Опять-таки, дом творчества. Ну, это все благодаря Олегу Павловичу. Если бы не он, вообще ничего бы этого не было. А так и работа появилась, и народ поехал. Да, но ведь в этом не только он участвовал, еще Лидия Петровна помогала. Ну, та, которую убили. Говорят, она тоже много для Сокольничьего делала. Да что ж такое? Сколько это может продолжаться? Что вы ко мне все привязались? Я не виновата, что ее убили. Не виновата, слышите? И вообще ничего не знаю. Зоя Семеновна, да вы простите меня ради бога. Простите меня, я только приехал, и мне рассказали. Но вы же понимаете, что для Сокольничьего эта тема на много лет вперед. А что мне делать? Господи, лучше бы уехать отсюда, только бы не приставали. А еще Витька. Он мухи не обидит, а все говорят, что убил. Так может, он и не убивал? Как вы думаете? Что вам надо? Что вы привязались? Витька убил. Убил и сидит. Ясно? Зоя Семеновна. Ну что, это тоже из себя вывел? Или ты ее просто укусил? И где прятались? Под кустом? Еще чего. Я не пряталась. На кой ляд мне прятаться? Да, действительно. На кой ляд? На кой ляд? Петрович ее душил. Да, был пьяненькой, не спорю. Там с топором за Зойкой носился. Так ему ж на похмелку надо было. Понимаешь, нет? А Гошка, милиционер наш, его уже никакущего в отделение-то притащил. Зачем мне с тобой в прятки играть? Я только хотела сказать, что нужно знать, с кем имеешь дело. Иначе попадешь в просак, понял? Понял, понял. Не в курсе, где здесь отделение полиции? Ну, допустим, в курсе. И где? Там. Вот ты меня совсем не знаешь. И не узнаешь никогда. А может быть, мне просто скучно жить. Ты знаешь, я решила, что всегда буду говорить только правду. Вот ты всегда говоришь правду? Или тебе плевать? Почему вы называете меня на «ты»? Что за микошонство? Ха, ничего себе, какие слова он знает. Тебе сколько лет, умник? 40. Так ты еще молодой. А я всех молодых называю на «ты». Терпеть не могу притворство. Зачем люди выкуют друг другу, знаешь? Любопытно. А затем, что они просто притворяются вежливыми. Хотя на самом деле никто никого даже в грош не ставит. Зачем тогда выкать? Незачем. Ты историю русского крестьянства читал? Нет, не читал. Так вот там написано, что на «вы» обращались только к барину. И то к чужому. Крестьяне, они, понимаешь, от земли были. От самого корня жизни. В них природная чистота была. Они не умели притворяться. Ясно. Тогда жди меня здесь. День добрый, мне бы Георгия найти, не подскажете? А вон возле машины. А, спасибо. Георгий, добрый день. А? Моя фамилия Субботин, я писатель, живу здесь, в Доме творчества. Писатель? И что пишете? Что ж я пишу-то? Детективы пишу. Вот из недавнего «Последняя тайна Алекса». Не читали? Да ладно. Шутите? Да какие шутки? Сам не читал, но жена очень уважает. Все уши прожужжала. Только там вроде бы женщина пишет. Это мой псевдоним. Так от поклонников легче скрываться. Все думают, что я женщина, а я… Понимаю, понимаю. Работайте под прикрытием. Ну, вроде того. Гоша? Илья. А можно автограф? Да, почему нет? Ленка просто с ума сойдет. Гош, я тут факты собираю для нового детектива. Угу.
А у вас тут, говорят, убийство жуткое приключилось. Да, было дело. Не поможете? Без проблем. А может, все-таки не он убил? Вряд ли. Я, конечно, не сильно верю, что Петрович на убийство способен. Но на нем все сходится. И ссора его с Зоей Семенной. И то, что убитая в ее куртке была. Да и по пьяной лавочке всякое бывает. А он пьяный был? В хлам. Я же его сам в соседнем дворе-то и обнаружил. Нам местные жители сообщили, что он на детской площадке улегся. Ну, я и пошел. Сами понимаете, дети, а тут пьяный. Я ему: «Витя, подъем!» А он лыка не вяжет. Вот. А тут мне из дежурки позвонили. Сказали, что в магазине «Народные промыслы», ЧП. Ну, это самое убийство, значит. И надо срочно там быть. Я его бросил и побежал. То есть... Тогда вы его в отделение не забрали? Да нет, не до того мне было. И платка убитый при нем не видели? Да нет, не видел. А когда второй раз приехали, он так и лежал? Ну да, так и лежал. А что ему будет? Мы с Серегой, с напарником моим пошли. Подняли его, значит, хотели домой отвезти. Смотрим, а у него платок какой-то из кармана торчит. Явно женский, не Витькин. Я уже знал, что потерпевшую задушили, а орудия преступления нету. Показали платок Зое Семёне, она его и опознала. Сказала, убитая в нем была. А когда произошло убийство? В начале второго где-то. Зоя Семёновна вышла-то из магазина минут на 15. А когда вернулась, там уже убитая была маслом. Да. Ясно. Спасибо вам большое. Пожалуйста. А где эта детская площадка? Далеко? Да нет, 500 метров. Здесь за углом будет. Благодарю. Пожалуйста. Гош, давай быстрее. Да не заводится она, чтобы не лопнуть. Зачем тебе этот мент понадобился? Слушай, чего ты ко мне привязалась? Я к тебе не привязывалась. Просто решила поговорить. Может, ты еще не совсем потерян. Может, тебе еще и с человеческой с тобой можно договориться? Договориться со мной нельзя. Как тебя зовут? Ангел. Это что же, имя или фамилия? Имя. Нонсенс. Тебе что, паспорт показать? Ни в коем случае. К диспуту о том, что у русского крестьянства не было паспортов, я не готов. А где в этой деревне водку покупают? Трубы горят. Не то слово. В продуктовом на главной улице. Он у них один, с пафосным названием «Торговля Горохова». Превосходно. Пошли. Ты писатель? Ага. Поэмы пишу. Ты поэт. Да я в прозе. Детективные поэмы – новое слово в литературе. Зачем ты врешь? А зачем тебе правда? Чтобы жить по-человечески. Если люди научатся не врать, человечество выживет. А если продолжит, то… Все это очень остроумно, но сейчас ты сама изо всех сил пытаешься меня обмануть. Тебе кажется, что окружающих ты уже обманула. Но они просто заняты своим делом и не слишком внимательны. Со мной этот номер не пройдет. Бред. Ты сам-то понял, что сказал? 7 минут 23 секунды. Это быстрым шагом. Жди. Кто тебе дал право мной командовать?
Мадам Горохова подтвердила, что Петрович в тот день покупал у нее пол-литровку. Но во сколько, она не помнит. Ты была здесь, когда убили женщину? Ну, была. И что? Еще 5,5 минут. Разговаривала с ней? Нет. Только видела, как ее в труповозку грузили. Почитай мне свои стихи. Перебьешься. Нонсенс. Что? Задаю себе вопрос. Чего тебе от меня нужно? Мне? Да кто ты такой, чтобы мне от тебя было что-то нужно? А ты кто такая? Тебя что, следить за мной приставили? Да пошел ты. Что и требовалось доказать. Значит, Петрович так сильно обиделся на Зою, что решил непременно ее задушить, чтобы на водку взять. Ерунда какая-то. Там, где должен быть мотив, рвется логика, а там, где должна быть возможность, рвется время. Вопрос. Был платок до того или его не было? Если не было, тогда за час его мог подложить кто угодно. А если был? Тогда получается, что Виктор задушил, и уже через 15 минут в хлам пьяный валялся на детской площадке. И это при том, что туда идти минут 10. Быстрым шагом. Нонсенс.